Здравствуйте, уважаемые студенты! Продолжаем с вами курс лекций по дисциплине «Физические методы обработки пищевых продуктов». Тема сегодняшней лекции – это энергетические воздействия и физико-химические эффекты. Рассматриваем вопросы, основные понятия и виды энергетических воздействий. Под воздействием на обрабатываемую среду, физико-химическую систему, понимают направленные проявления сил различных физических полей. Перечень полей – это механические, электрические, магнитные, тепловые, акустические и радиационные. Сводка основных воздействий и их результатов, классификация представлена на следующем слайде. Воздействие всегда направлено на некоторые материальные объекты, которым может быть отдельный элемент или совокупность взаимосвязанных элементов, образующихся определенную систему. Результаты воздействия – это физико-химические эффекты, которые проявляются в элементах системы, на которые направлены определенные воздействия. Различают следующие виды воздействия: акустические, электрические, магнитные, тепловые, радиационные, химические. Некоторые из этих воздействий взаимосвязаны друг с другом, например, электрические и магнитные воздействия. Все физические, физико-химические эффекты, которые возникают при энергетических воздействиях на вещества, можно разделить на четыре и иерархических уровней. Совокупность явлений на атомарно-молекулярные уровни, эффекты в масштабе надмолекулярных или глобулярных структур, множество физико-химических явлений, связанных с движением единичного включения дисперсной фазы с учетом химических реакций и явлений межфазного энерго- и массопереноса. Физико-химические процессы в ансамбле включений, перемещающихся стесненных образом в потоке основной фазы, и совокупность процессов, определяющих макрогидродинамическую обстановку в масштабе парата. При энергетическом воздействии на обрабатываемую среду протекают различные физико-химические процессы, которые сопровождаются какими-либо эффектами. Результаты воздействия – это эффекты, проявляющиеся в жидкости, газе, твердых телах или в гетерогенной смеси. При постоянстве условий вида воздействия и свойств обрабатываемой среды проявляются одни и те же результаты воздействия. Какие же виды энергетических воздействий? Акустическое воздействие. Акустическое воздействие представляет собой распространение в обрабатываемой среде упругих или квазиупругих колебаний. Акустическое колебание различают на инфразвуковые, звуковые, ультразвуковые и гиперзвуковые. Для применения в промышленности наиболее часто используют колебания с частотами звукового и ультразвукового диапазона. В гидромеханических процессах акустические волны интенсифицируют такие процессы, как
отстаивание, флотация, осаждение, диспергирование, эмульгирование, перемешивание, пеногашение, дегазация. В тепловых процессах акустические волны интенсифицируют такие процессы, как процесс охлаждения, испарения, нагревания. В массообменных процессах это процесс кристаллизации, сушки, растворения, адсорбции, экстракции, выщелачивания. И в механических процессах это процессы экструдирования, формования и диспергирования. В зависимости от заложенного принципа работы физического эффекта различают следующие виды акустических излучателей. Это пьезоэлектрические, магнитострикционные, электродинамические и гидродинамические. Акустическое воздействие вызывает такие физико-химические эффекты, как акустические волны периодического изменения давления в каждой точке жидкости. Следующее. Акустическая турбулентность, пульсация скорости и давления жидкости при ее течении за счет акустического давления. Кавитация, разрыв сплошности жидкости под действием растягивающих напряжений, приводящим к образованию пузырьков, наполненных газом и паром. Кумулятивный эффект, усиленное в определенном направлении импульсное динамическое воздействие, например, схлопывание кавитационного пузырька с выбросом в определенном направлении микроструйки жидкости. Звукохимические реакции, химические превращения вещества под действием акустических полей. Следующий резонанс, возрастание амплитуды вынужденных колебаний при совпадении частоты вынужденных колебаний с собственной частотой колебательной системы. При акустическом воздействии происходит инциниривание других воздействий механического, теплового и химических воздействий. Электрическое воздействие. Электрическое воздействие осуществляется за счет электрических полей различной структуры. Постоянные, скрещивающиеся с использованием электрических полей можно разделить на процессы, которые осуществляются за счет электрического поля. И процессы, которые интенсифицируются электрическим полем, к таким процессам относятся сушка, экстракция, кристаллизация. Электрические поля характеризуются частотой в поле токов высокой частоты, напряжением, силой тока или длительностью воздействия. Электрическое поле воздействует на дипольные молекулы жидкости и газов, и при этом возникают пондеромоторные силы, вызванные наложением полей, поляризационные заряды, направление которых обусловлено разностью диэлектрической проницаемости среды. Эти силы изменяют поверхностное натяжение жидкости. Протекание электрического тока через электролиты приводит к электролизу. В коллоидных системах и капиллярно-пористых телах наблюдаются такие процессы, как электрофорез, электроосмос, электродиализ, электрокоагуляция и другие. Воздействие электрического тока на приводящие среды вызывает их нагрев за счет выделения тепла и пробы при высоких напряжениях. Таким образом, электрическое поле в обрабатываемой среде вызывает
Следующие физико-химические эффекты. Это первое – электросепарация, разделение гетерогенной среды за счет разности электропроводности фаз. Второе – электрофорез, перенос частиц с электромагнитным полем вследствие наличия разноименных зарядов у твердой и жидкой фаз. Третье – электроосмос, перемещение жидкости вдоль стенок капилляра под действием приложений. Эффект следующий – Юткина, электрогидравлический удар, генерация ударных волн жидкости при ее электрическом способе. Следующее – электрокоагуляция, процесс сближения и укрупнения взвешенных жидкостей или газов частиц под действием электрического поля. Следующее – электрохимические эффекты, химические превращения под действием электрического тока. И электронагрев, выделение тепла за счет прохождения через обрабатываемую среду электрического тока. При электрическом нагреве на жидкость возможно его преобразование в механическое, тепловое, химическое, акустическое, магнитное и радиационное воздействие. Следующее воздействие – это магнитное воздействие, которое аналогично электрическому действию магнитного поля вызывает уменьшение электрической проводимости, возрастание плотности, вязкости, магнитного натяжения, диэлектрической проницаемости, магнитной восприимчивости под воздействием магнитного поля, меняются свойства воды и водных растворов. Магнитное поле вызывает такие эффекты, как эффект Рикки-Ледюка, увеличение теплопроводности среды в магнитном поле, магнитосепарация, разделение гетерогенной среды за счет разности магнитопроводности фаз. Магнитогидродинамический эффект – это возникновение электрического тока в замкнутой цепи при движении электропроводной жидкости в магнитном поле. И магнитофизические химические эффекты – изменение свойств обрабатываемой среды за счет омагничивания. Тепловое воздействие. Тепловое воздействие на обрабатываемую среду осуществляется, как правило, за счет передачи теплоты от теплоносителя. И теплоноситель может быть подведен как через разделяющую стенку, так и непосредственно в жидкость или газ. Нагревание жидкости может быть также произведено за счет других видов воздействий. Это акустического, механического, электромагнитного и радиационного воздействия. Процессы, скорость протекания которых определяется скорость подвода или отвода теплоты, называют тепловым процессом. Тепловой процесс может быть реализован как нагреванием, так и охлаждением. Перенос теплоты является сложным процессом, поэтому при исследовании тепловых процессов их разделяют на более простые явления. Различают три вида переноса теплоты. Это теплопроводность, тепловое излучение и конвекция. При теплопроводности перенос теплоты происходит путем непосредственного соприкосновения между микрочастицами, то есть молекулами, атомами, электронами. Явление теплового излучения – это процесс распространения энергии с помощью электромагнитных колебаний. Конвекция состоит в том, что перенос теплоты осуществляется вследствие движения и перемешивание макроскопических объемов фазы. Конвекция всегда сопровождается теплопроводностью.
Тепловое воздействие вызывает следующие эффекты. Это кипение, образование пара газовых пузырьков жидкости, фазовый переход, изменение фазового состояния вещества, инверсия фаз, переход дисперсной фазы в сплошную и наоборот. Эффект Сори, термическая диффузия, перенос вещества за счет теплопроводности. Термоэффект, изменение физико-химических свойств веществ за счет нагревания или охлаждения. Эффект Марангони, непостоянство коэффициента поверхностного натяжения в зависимости от температуры или концентрации вещества. И структура образования, формование регулярных структур за счет тепловых потоков. Механическое воздействие. Под механическим воздействием понимают непосредственно механическое воздействие твердых тел на обрабатываемую среду и в ней содержащиеся частицы. Наряду с тепловым, электрическим, акустическим и другими видами энергетических воздействий, механическое воздействие на вещества может считаться эффективным средством повышения активности вещества, ускоряя химические и массообменные процессы. Механическая активация – это процесс поглощения веществом части подводимой механической энергии, которая накапливается в веществе, меняя его свойства и стимулирует физико-химические процессы. Наиболее эффективная механическая активация за счет свободного удара, в том числе гидравлического и напряжения трения. Механическое воздействие делится на три класса. Это линейные перегрузки, вибрационные воздействия и ударные воздействия. Линейными перегрузками называют кинематическое воздействие, которое возникает при ускорении движения источника колебания, например, в транспортных машинах при изменении скорости и ускорения. Вибрационное воздействие является колебательным процессом. Вибрационные воздействия делятся на стационарные, нестационарные и случайные. Простейшим видом стационарного вибрационного воздействия является гармоническое воздействие. Высокочастотные вибрационные воздействия могут передаваться к объекту не только через элементы химических соединений его источников, но и через окружающую среду, это воздух или воду. Такие воздействия называются акустическими. Случайные вибрационные возбуждения не являются полностью предсказуемыми, как гармоническое или полигармоническое воздействие. Стохастический сигнал не может быть представлен графически наперед заданным, так как он обусловлен процессом, содержащим элемент случайности. Ударными называют кратковременные механические воздействия, в которых максимальное значение сил является весьма большим. Функцию, выражающую зависимость силы, момента силы или ускорения при ударе от времени, называют формой удара. Основными характеристиками формы является длительность удара и его амплитуда. Механическое воздействие вызывает такие физико-химические эффекты. Это турбулентность, гидроудар, эффект кармана, трибоэффект, эффект Рейнольдса и автоколебания. Следующее радиационное воздействие, которое происходит на обрабатываемую среду и осуществляется электромагнитными волнами длинными не менее 10 мм и потоком частиц больших энергий.
К радиационному воздействию относится также оптическое воздействие. Указанный спектр волн включает в себя электромагнитные волны, начиная с частоты от 10 в 10 степени Гц, инфракрасной, видимой, ультрафиолетовой области и рентгеновского излучения, заканчивая гамма-излучением с частотой 10 в 19 степени Гц. В этом диапазоне свет проявляется как волновые свойства. Радиационное воздействие включает как электромагнитные, так и источники радиационного воздействия служат радиоактивные изотопы и специальные ускорители частиц. Эффект от радиационного воздействия зависит от длины волны и типа радиационного воздействия. Длинноволновое излучение вызывает в основном нагрев обрабатываемых веществ, а коротковолновая часть спектра может вызвать фотохимические реакции. Потоки заряженных частиц производят ионизацию и возбуждение молекул облучаемого вещества. При столкновении, а при облучении нейтральными частицами или фотонами в основном, первоначально образуются заряженные частицы, которые осуществляют ионизацию и возбуждение молекул. Для количественной оценки воздействия ионизирующего излучения на вещество используют ряд специальных характеристик. И последнее химическое воздействие, которое осуществляется на обрабатываемую среду за счет внесения веществ или прохождения обрабатываемой среды через вещества, которые вызывают изменение его физико-химических свойств, инициируя или ускоряя химические реакции, вступая в химическое взаимодействие с самой обрабатываемой средой или с ее компонентами. Химическое воздействие относится к сфере фундаментальных химических наук и более детально рассматривается механизм этого вида воздействия. И таким образом можно сделать вывод о том, что механическое, акустическое, электрическое, магнитное, все вот эти виды воздействия, конечно же, существенным образом влияют на процессы в обрабатываемой среде, инициируя различные физико-химические эффекты, изменяя физико-химические свойства фаз, содержащихся в них включений. Все виды этих воздействий принято называть энергетическими, так как их реализация приводит к изменению энергетического состояния обрабатываемой среды. Воздействуя на обрабатываемую среду за счет одного вида воздействия, возможна трансформация его в другой вид воздействия, как полностью, так и частично. И все виды воздействия взаимосвязаны друг с другом и реализуются, могут реализоваться какой-то вид под воздействием в чистом виде, и практически это невозможно. На слайде представлены вопросы для самоконтроля, для закрепления материала. Спасибо за внимание.